Ребят, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который интересует абсолютно всех. Вы... Нет. А. Вы вопрос дослушайте, пожалуйста. Все задают этот вопрос, наш ответ – нет. Я все-таки задам. А. Вы геи? А этот вопрос? Просто наш продюсер запрещает на него отвечать. А, у вас еще и продюсер есть. Ну, конечно. Да убери ты! Чё тебе надо? Скажите, вот вы как продюсер, когда создавали группу, у вас были какие-то проблемы? Да, я болел. Скажите, а когда вам в голову, точнее в жбан, пришла идея создать этот проект? Давно. Я этот проект еще Брежневу показывал. Но ему не очень понравилось. Подождите, что вы делали 30 лет? Сидел! Я ж говорю, ему не очень понравилось. А, скажите, пожалуйста, а своих ребят вы на новую волну оставите? С ума сошел? Как я потом своих от чужих отличу? Ладно, пацаны. Ой. В общем, я пошел, если что, я у себя в ЖЭКе. Ребят, а почему вы так одеты? А точнее, почему вы так раздеты? А что, нам это все не идет? Может, мы просто не умеем все это носить? Ой, может, нам просто взять и снять все? Не надо, не надо. Расслабьтесь, мужики. Скажите, какой-нибудь приятный сюрприз для латышского зрителя вы приготовили? Можно я отвечу? Да, для вас специально подарок. Группа «Казахи» выступать не будет. Группа «Казахи»! Друзья, друзья, каждый раз Латвия нас удивляет. Недавно мы узнали, что у вас нельзя ездить на велосипеде без прав. И пьяным нельзя ездить на велосипеде. Возникает вопрос, зачем тогда вообще он нужен, этот велосипед? Согласитесь, все дети любят сладкое. А теперь давайте представим себе такую ситуацию. Детский творческий коллектив «Кукушечка» перед выступлением чисто случайно съел коробку конфет с коньяком. Светлана Геннадьевна! Стоять! Идите сюда! Ваня, что с тобой? Мне уже 7 лет! А я еще ничего не достиг! Что с Пашей? А где Паша? Паша! Паша! Да я Паша! Что с Пашей происходит? А что с тобой происходит, Паша? Че я так драться-то хочу, а? Паша, драться плохо. Светлана Геннадьевна? Да. А у вас есть парень? Обухов. Ваш парень Обухов? Кожома? Теперь Кожома? Вот вы ветреная. Полежать. Я хочу полежать. Но почему я не могу лечь? Выкопайте мне ямку, а? Так, вы в таком виде на сцену не выйдете. А я давно говорил, что у нас костюмы уродские. Ваня, солнышко, что ты такое говоришь? Я не солнышко, я свинья. Вы что, не понимаете, что вы в таком виде выйдете на сцену, меня уволят? Светлана Геннадьевна. Свет. Пышненко. Пышненко. Давай работать. Делайте, что хотите. Нашу. Нашу. Все живем для того,
чтобы завтра сдохнуть. Песня про станцию спортивную. Снова юрмалый зал, пятый год мы на сцене. Лишь один есть химик, хоть играем давно. Может, кажется, что все равно нам на это. Только есть одно, ребята, небольшое «но». Все равно, хоть и кажется, что нам все равно. Нужен нам гимн, и причем один. Ну а дальше что? Было как в кино. Василий Дичь в золотом. Поем дальше.